кто сейчас на море приехал, думаю, самый кайф. Значит, сейчас середина июня, и кому не мешает чуть прохладное море, такое освежающее, не пойму, мужик лодку что ли покрывает для чего-то, то вообще идеально. Туристов не так много, море чистое. Вот сейчас прошла даже пляжи, где обычно, ну, прям битком. Так уютно, есть место, где поставить палатку. Достаточно тихо, спокойно. Можно найти себе место вот и в бухточке где-то расположиться. Когда ты умеешь плавать, как бы тебе оно, в принципе, берег и не особо-то и критичен, и важен. Сейчас видела, дети из школы маленькие были, ну, такие, знаете, подростки уже от 11-13 лет. Но они так хорошо возле отеля прям сгруппировались, вроде верещат, играют, но никому не мешают, все нормально. Короче говоря, идеально вот сейчас, кто угадал это время, погода, и все классно. Вроде все работает, все открыто, но без напряга. С парковками еще более-менее можно разобраться. А там уже, наверное, к середине августа будет такое опять, знаете, расслабление, приятности. В общем, сезон в этом году реально, реально классно пошел. Все говорят, со всеми вот с кем общаюсь, все довольны, апартаменты очень хорошо наполняются, причем по такие подороже апартаменты. Смотрю, кафе полные, рестораны полные, люди тратят, люди не смотрят там как бы в копейку. Естественно, радуются все, кто занимается туризмом. Чего-то сегодня забыла, муж ездил бензин наполнить машину. Ну, я так думаю, что у нас до сих пор где-то приблизительно, ну, крутится возле 13 кун, 13, может, 50, не знаю точно. Даже какой-то момент вроде что-то там дизель или не дизель, что-то, в общем, чуть-чуть подешевело даже. Вроде пугали, что поднимется до 2 евро, ну, 15 кун, это для Хорватии было бы, конечно, критично уже, даже очень, потому что многие завязаны работы на, где оплачивают отдельно путь-дорогу, это и государственные фирмы, и услуги. Ну, вот если даже так останется на этой цене, ну, как-то еще нормально, еще можно вынести, хотя, конечно, у нас и 11 кун, когда было, уже мы считали, что это много, дороговато в любом случае под наши зарплаты, под наши финансы. Ну, я имею в виду вообще средние хорваты. Зарплаты, в принципе, вот если кто-то говорит, что 1000 евро средняя, я бы не сказала. Все-таки вот рабочий класс, если брать объявления, то, что я знаю, даже в туризме, хотя обычно в туризме вроде как больше платится, даже со школы, даже с какими-то знаниями, ну, до сих пор еще за 4,5 люди работают. Есть 5 в среднем, можно сказать, 5,5. Если 6, то это действительно там и часы дополнительные надо отработать, и плюс всякие там надбавки и добавки. Так что, конечно, они сказали, что прям вот. Сейчас, кстати, хочу зайти в Плодины, кое-какие вещи посмотреть. Там просто некоторые акции хорошие были. Завтра просто праздник закрыт, а потом я пятницу, субботу занята буду. Ну и вообще у нас там тусовка-массовка, не знаю, что там, как там, воскресенье у нас пройдет. Понедельник, последний день школы, в общем-то. Так что, ой, сейчас так прям заволновалось море. Мне кажется, мне отсюда надо дёру давать, пока меня не окатило.